9 команд с Беларуси и России, и усяго только один заповедный билет на чемпионат света по брейк-дансе. У столицы отбылся отборочный этап, да головный для всех аматоров этого танца подеи года. Антонина Станкевич еще николи не бачила стольки профессийных танцоров у самом центре города. До этой подеи они рыхтуются целый год. И варта учинка вырабу, уголовный приз, поездка на чемпионат света по брейк-дансу в Франции. Упершиню отборочный этап проводится в Минску. Мы проводим на территории Беларуси, то есть российские и украинские команды, чтобы отобраться на Battle of the Year, должны приехать сюда, в Минск, и выиграть турнир. Удельничают 9 команд из разных городов Беларуси и России. И у каждой свой секрет, чем сдивить судей. У нас есть особенность, это наша девушка, Кристина ее зовут. Вот, это наша фишка, вот, как мы тут заметили. Кристина, та самая фишка гостей из Калининграда, себе уникумом не лишит. Кажет, девчатам у брейкдансе место есть. Я же девушка, я же не могу, да, выходить и танцевать только, да, сложный. Ну, конечно, могу, и это тоже, но я думаю, что все равно нужно преподносить со своей стороны, да, именно какую-то женственность. Остатнее ж дивляется точеная техника с складанными труками и добро поставленными номерами. Долгие репетиции, травмы и катастрофичный недохоп вольного часу. Вот что стоит за этой прихожестью и легкостью. В данный момент мы готовы и очень хотим выиграть, потому что именно команда «Хантер» вчера не была на боте. Очень было круто, если мы то все-таки поедем. В протяжении 3 месяцев злился на них, очень сильно ругался. Готов был просто бить каждого, вот, за безответственное похождение на тренировке, вот. И сейчас они за моей спиной выступают. У меня мурашки по коже, потому что я знаю каждое движение. Нездарма организаторы по совмещательству капитан команды «Хантерс» Александр Киеня так хвалявался. 8 команд конкурентов покинули за собой танцор из Минска. И уже 17 листопада их чакая Франция, где они представят Беларусь на чемпионате света. Антонина Станкевич, Анатолий Долотовский, агентство «Теленовин».